После изнурительного путешествия выжившим удалось найти место для нового дома. Хвала небесам, нам наконец-то есть где остановиться. И что с того, здесь же замерзнуть недолго. Тут есть заброшенный костер, попробуем-ка его разжечь. Разожгите костер. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Frozen City. Она мне почему-то напомнила компьютерную версию игры Frostpunk. Так, ну что, разожгите костер. Ну, костерок горит. У нас есть костер. Мне уже немного теплее. Хорошо бы нарубить немного дров, чтобы он не потух. Вот бы еще съесть чего-нибудь. Нужно немного подождать, они точно найдут что-нибудь съестное. Так, постройте лесопилку. Давай. А лесопилочка построилась. Так, что сюда? Улучшить сразу же. Назначьте выживших рубить деревья. Две штуки. Ага, побежали мои ребятульки на лесопилочку. Красавцы. Слушай, визуально мне нравится, как сделана игра. Хм, пошли действительно рубить лес. Как хорошо себя чувствуешь. Ты не очень хорошо выглядишь. Мне очень нужно что-то съесть. Я чувствую такую слабость. Я тоже. Сейчас что-нибудь придумаем. Постройте кухню. Так, ребят, кухня строится. Назначаем, да? Так, это у нас дамочка побежала, короче, на кухню. В общем, дрова готовятся. Кухня сейчас зашкварчит вкусненькими ароматными блюдами, надеюсь. Так, она начала готовить. Нам повезло, у нас есть с собой немного еды. Но этого хватит только на один раз. А что потом? Наконец-то выжившие могут приготовить вместе что-то горячее. Оу, пора ужинать. Подходите за едой. Ну, наконец-то, есть хочется ужасно. Уже идем. А это лесорубы эти побежали тоже. Смотри, как круто сделано. Сели, поели, молодцы, красавчики. Как раз это мне и нужно было. Но теперь у нас совсем ничего не осталось. Я посмотрю окрестности. Может, смогу что-то найти. Так, охотничий домик. Так, назначаем, да? Что ж, выжившие обеспечены самым необходимым. Теперь можно заняться строительством. Так, что у нас тут? Общежитие 1, улучшите до уровня 2. Так, топор, лесопилка, я все прекрасно понял. Улучшить. Слушай, какая-то метель началась. Ага. Есть, я улучшил. До второго уровня, ребята. Отлично, задание выполнено. Шеф-повар не работает. Ну, я понимаю, что он не работает. Отто, спасибо за укрепленные кровати. Не за что, правда. Может, у нас такая пустая комната, может, поставим еще одну кровать? Конечно. Тогда мы сможем принять больше выживших. А, к нам будут приходить еще выжившие. Засоем 10 рубинов. Хм. Так, улучшить лесопилку. В общем, понятно. Лесопилку надо, кстати, улучшить, потому что от нее, мне кажется, много чего зависит. Так, задание выполнено. Так, а-тя-тя. Не хватает, ребят, нужно 384. Ладно, подождем немножко. А этот-то где? Где у нас мясо? Я вижу, что у нас идет древесина. А мяса пока нету. Вон он там что-то добывает, но я что-то не уверен, что он там добывает. Специально спрятался за елочкой, чтобы я не видел. А костер нам надо поддерживать? Ух ты, большой костер тут какой-то. Энергия 9 в минуту. 9 дерева в минуту. О, смотри, смотри, какую он ляху там достал, а? Ляха натаха, ну ты глянь. Так, значит, кровати. Улучшить. Освещение. Что нам дает освещение, ребят?
Честно сказать, не знаю. Улучшаем с тобой лесопилку. Так, а здесь... А мы можем где-то место расширить или нет? Не можем пока, да? Забираем. Выжившие поели 8 раз. Увеличите население лагеря до 6. Ты смотри, какой домик стал прикольный. Так, а здесь у нас что? Это общежитие. И это общежитие. То есть это второго уровня, это первого уровня. Комфорка. Стол. Я, наверное, комфорку улучшу. Улучшил комфорку. Ну, тогда давай и стол улучшим. Как это вообще возможно? Становится еще холоднее. Темнеет, а ночью всегда холоднее, чем днем. Нужно разжечь костер посильнее. Большой костер. Отличный костер и греет хорошо. Да, но на него уходит больше дерева. А нам хватит древесин на утро. Лучше запасемся, чтобы точно продержаться всю ночь. Блин, наверное, надо еще улучшить, друзья. Вот так вот. А, мы можем еще двух. Осталось топливо на 8. На 8 минут? Не, не на 8, на 18. Вон, ребятушки добывают. Добывают. А этот-то что сидит тут? Охотничьи принадлежности. Задание выполнено. Улучшим охотничий домик. Блин, метель пошла какая-то. Так, забрать. Тут тоже забрать. За комфорку. Так, увеличьте. Опа, это что такое? Общежитие. Давай построим. То есть в одной общаге вмещается 2 человечка, да, получается? Значит, ждем 2 выживших. А вон они как... Нет, это не эти, эти пошли кушать. Так, прибыли новые выжившие. А где они? Вон они вышли. Мастерская. Оу. Слушай-ка, если мы сейчас... Они поели хоть, надеюсь? Потому что у нас костра с тобой на 18 минут осталось. Когда рассвет-то будет? Сколько... Минус 5 градусов. Так, слушай, ну минус 5 градусов не так уж и холодно. Так, эти выжившие пришли, надо их, наверное, сюда назначить. Пускай идут рубить лес, потому что иначе как караул будет. Так, я им все улучшу, но это будет позже. Освещение, не знаю... Охотничий домик. Нет, пока не будем трогать. Пока не стоит, ребята, этого делать. Да и мастерскую мне не построить. Я скучаю по дому. Я тоже, но придется довольствоваться тем, что есть. Неужели вот так мы все и умрем? Не знаю, но решение уже принято. Не думай об этом. Верно, если нам все-таки удастся найти вечное пламя, нам больше никогда не придется бояться этого проклятого холода. Главное верить. Поспи немного. Тебе нужен отдых. Да, действительно, поспи маленько. Тебе нужен отдых. Эти вон спят себе спокойненько. Слышишь храп? Сладко им спится. Причем они все спят. У меня костра осталось на 8 минут. Они все спят там. Так, ну что там? Еще задание выполнено какое-то. Лесопилка улучшена до 2 уровня. Слушай, они так долго спят, у меня костра-то хватит. Они все, что ли, спят? Все спят. 7 минут, блин, осталось. Вот сейчас будет веселуха-то, а? Да подожди, ну так же нельзя. Потребность в отдыхе. Может быть, костер можно уже большой выключить?
Тут что, никак нельзя ускорить время? О, проснулись. Прошлой ночью было так холодно, мне казалось, я умру от мороза. А почему просто не развести еще один большой костер? Если мы хотим выжить, нужно думать наперед. Нарубим побольше поленьев, чтобы вечером развести хороший костер. Ну вот давайте-ка, рубите там. А пауза-то тут вообще есть в игре в этой? А то мне тут позвонили, я даже, ребят, не знал, что и сделать. Знаешь, как этот... и паузы нету. Сколько там добывают они? 150? Или мне показалось? Да, 153 дерева за раз. Такс. Голодные. А она не успевает там ничего сделать. Ай-яй-яй. Ну сколько она пайка? Вот одна пайка есть. Двое голодных. Что-то нужно делать. Так, охотничьи принадлежности. Давай еще... А, у нас нету. Слушай, подожди, мы, наверное, сделаем вот так вот. Один отсюда уберем. А вот сюда добавим. Два охотника, потому что, ну, не справимся иначе. Вон они, два дровосека, голодающие с Поволжья у нас. Так, здесь забираем, забираем, забираем. Ну вот, вот, уже, ребята, есть еда, по крайней мере. Ну, очень... Очень быстро... Так, шеф-повар не работает. Ну почему он не работает? Куда он опять ушел? Шеф-повар тут только один, да, может быть? Да, только один. Он убирается там, смотри. За собой. Прикольно вот это сделано. Это сделано при... Что? Следующий город? Ничего себе. Так, а здесь я больше улучшить не могу. А вот здесь можно. Так, это максимальная прокачка, да, получается? 5 паек она сделала. Слушай, они кушать-то пойдут? Или их нужно отправлять самих? Я не могу понять. Да нет, наверное, сами пойдут, поедят. А я пока улучшу, наверное, кровати. Оп. Пускай улучшается. Угу. Так, прибыли новые выжившие. Слушай, выжившие, выжившие, но нам надо... 8. 8 выживших уже у нас. Так, освещение. Я не знаю, что делает освещение. Пускай будет. Комфорка, стол. Так, а вот это что такое? А, так. В дровосеке. Давай, наверное, мастерскую построим. Что там у нас в мастерской будет делаться, я не знаю. Слушай, ну пайки есть. Этот тут, например, пошел, наверное, кушать. Все, эти тоже двое побежали. Голодные из Поволжья. Драпанули, короче, перекусить им захотелось. Смотри, он несет пайку. Прикольно сделано. Хоп, сытость пошла. Сытость пошла. Так, ну а мы с тобой построили вот эту штуку. Рабочая станция топка. Топка. Рабочая станция. Что рабочая станция дает? Я не знаю. Давай сделаем. А почему? Дров нету. Как? А, я все дрова... Оу! Я все дрова спустил, ёк-макарёк.
Так, я надеюсь, они успеют порубить, потому что, ну, этого вообще не хватит. У нас вообще минус 9 минут. В убыток идет. Карта у нас еще есть, появилась. О, вот он уже как. В этом городе, покрытом снегом и льдом, время будто остановилось. Прямо перед наступлением ледникового периода. Поговаривают, что иногда безлунными ночами по старым домам бродят белесые призраки, словно много лет назад. Может, это духи былых времен? С наступлением ледникового периода железнодорожные пути замерзли, и многочисленные поезда, а также большие и маленькие вокзалы и станции опустили. Но для экспедиции это может быть прекрасной возможностью получить ресурсы. А чтобы это открыть, наверное, какую-то надо экспедицию открывать, да? Так, заброшенный лагерь. Лагерь на окраине города уже давно заброшен. Возможно, его когда-то разбили заскучавшие горожане, чтобы добавить впечатление в сырые будни. Сейчас от него осталось лишь сломанные палатки, несколько пустых банок и давно потухший костер. Сейчас. Вопрос, а как обратно там не зайти? Ага, вот так вот. Так, лес рубят. 6 тысяч леса уже нарубили. Хорошо, красавчики. Значит, ночью вам будет тепло. Так уж и быть, поставлю на полную, чтобы вы грелись. А вы что там вдвоем заскучали? Так, топку. Топку мы улучшили. Угу. Так, что такое, мы замерзаем, что ли? Эй, не надо мне этого. Не надо замерзать. Минус... Короче, минус 18 минут. Вот не могу понять, что такое минус 18 минут. Они пошли все баньки, да? Получается. Угу. А что вот это вот мы с тобой прокачали? Топка. Где прочитать, что она делает? Хм. Непонятно. Кстати, мы, наверное, с тобой сможем открывать новые локации, когда прокачаем рабочую станцию. Скорее всего, так. А у нас есть что-нибудь новое, какая-то территория, что мы можем открыть? Нет? Слушай, здесь мы, по-моему, больше строить ничего не сможем. Кстати, вот в этих улучшенных домах, по-моему, мне кажется, они лучше спят и лучше набираются здоровья, да? Ну да. Ладно, пускай поспят. Минус 10 градусов. То есть, ну я улучшить не могу больше никак, ребят. А, вот время у нас идет. Час ночи. А, вот, смотри, тут расписание графика. С 0 до 4 они спят. С 5 до 12 они работают. С 12 до 2 у них обед. С половины 3 до 9 работают. Потом у них опять перекус. Хм, ну нормально. Поменять график им нельзя пока. Так, а что такое? А, посмотрите, рекламу получит 15 досок. 15 досок. Ну, давай возьмем 15 досок. Да? Угу, забираем. Забираем. И вот здесь как раз у нас... Есть. А, нет, рабочая станция. Вот, у нас получается вторая. А что она делает, эта рабочая станция-то? Начался новый день. И ребятушки мои встали и пошли, как говорится, работать. Почта пуста. Что-то должно быть на почту приходить, наверное. Такс, ну-ка. Что делает рабочая станция? Дай-ка глянем. Что-то он тут должен мастерить, по идее.
А, так он доски делает. На рабочей станции он делает доски. 8 штучек. Шеф-повар не работает. Так, ну ладно, шеф-повар не работает. Улучшим освещение тогда. Ну, по максималке, конечно, там, ну а что? У повара можно что-нибудь улучшить? Нет. Здесь тоже ничего нельзя, ребята, больше улучшить. Сейчас я прокачаю здесь все. Кто-то спит, что ли? А, то сюда просто наводишь, у них храп там стоит. Эти тут с мясом шоркаются. Задание выполнено. Сырая еда, соберите 10, понял. Собрали 10 еды. Так, мастерская, назначите на работу выживших 2. А, нужен еще один, да? Так, назначил. Так, рабочая станция, мастерская, улучшить до уровня 20. Деревянная доска, соберите 150. 150 досок. А что там улучшить надо? Мастерскую до уровня 20. Так, выполнил. Фига топка стоит. Так, и еще одно задание. Мы получим с тобой сундук. Мы получим сундук и... Что там в сундуке, я даже знать не знаю. Блин, ну он, конечно, офигеть, он стоит. 2620 досок, блин. Подожди, а нафига у меня костер-то большой горит? Так, что там такое? Отто, нам скоро будет негде складывать поленья. Продолжаем заготавливать древесину. Из дерева можно делать доски в мастерской. Тогда мы сможем построить больше зданий. Отличная мысль. Тогда у меня будет настоящий дом с хорошей крышей. Ну, у вас и так нормальные дома. С хорошей крышей. С хорошими кроватями. Ну, на данный момент. Грех вам жаловаться. Так, сколько времени? 11. Они до 12 будут работать. Потом пойдут обедать. Ать! Друзья мои, сундук сейчас нам дадут. Мне не думалось, что мы сможем надолго здесь остаться и дать укрытие другим. Такое облегчение. Но вокруг ничего, только одни деревья. Верно, нужно двигаться дальше в поисках новых ресурсов. Попасть на север будет непросто. Не будем задерживаться, нужно найти несколько досок и вперед. Следующий город. Заброшенный лагерь, отлично. Вы пережили 3 дня. Вы помогли 10 выжившим. Теперь деревянная доска — это неограниченный ресурс. Благодаря вашей экспедиции заброшенный лагерь превратился в отличное хранилище с запасами. Наконец у выживших появилось место, где они могут отдохнуть. Отличная работа, капитан. Новый год, салют. И такая пурга всех смела. А вот мы как играем. Проходим, да? С одного континентика на другой. Смотрите, что это там? Похоже, здесь раньше добывали уголь. Уголь? Мы в лагере о таком боялись даже мечтать. А еще из лагеря есть много деревянных досок. Этот уголь намного упростит нам жизнь. Что-то не успел прочитать, блин. Так, холодно, холодно. Так, тут уже сразу минус десятка идет, прикинь. Так, что нам надо? Ну, в первую очередь, нам надо поставить лесопилку. Как ни крути. Да какой, блин, охотничий домик? Угольная шахта. Ну, давай угольную шахту поставим. И лесопилку. Блин, это больница тут уже. Так, подожди. Общежитие, общежитие.
Ну давай охотничий домик еще влепим. Так, это что у нас? Угольная шахта. Уголь добывается с помощью угольной шахты. Так, один пошел. То есть тут не будет леса. А подожди, а как не будет? А как же мы будем доски-то делать, из чего? Кухня. А, доски у нас неограниченный ресурс. Все, я понял. Так подожди. Станция сбора мусора. Так, кухня. Это кухня, так охотничий домик, блин. Кухня. Охотничий домик. Ага, наняли. Уголь. Общежитие надо. Блин, а тут смотри, металл нужен еще, ё-моё. Это значит, что нам надо ставить здесь. Нужен уголь. А уголь добывает только один. 4 голодных пуза бродит у нас здесь. Барышня, а почему ты не пошла? Пошел мужик, почему ты не пошла готовить? Скажи-ка мне на милость, а? Минус 250 минут. То есть, насколько я могу понимать, тут костер будет вечно гореть, да? Тут магазин уже открылся. Так, ну что, я вижу, она 4. Он 4 еды нам сделал. Нам нужен уголь. Давай еще одного. Потому что, ну, без угля, я не знаю. Мы не сможем здесь ничего построить без угля. Так, они в 12, по идее, должны пойти кушать. Сейчас побегут. Все, бросили свои дела и побежали за хавкой. Так, с 12 до... Скольки? До полвторого они, по-моему, едят, насколько я помню. Раз, два, три, четыре. Как раз 4 живота, 4 блюда. Сейчас они перекусят. Ну, тут у них неплохо там, вон, смотри. Тыковка. Ну, это не морковка явно. Морковка оранжевая. Это сельдерей, наверное. Или как он там называется? Репа. Репа. Так, ну, слушай, они тут что-то быстро так перекусили. Так бодренько, я тебе скажу. Бодренько поели и побежали дальше по своим делам. Мне не нужен уголь. 134 угля надо. Блин, 15 угля на улучшение, но что-то как-то уж больно, слишком круто. Так, друзья мои, знаете что? Давайте-ка мы, наверное, с вами на этом... На этом закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.